Здравствуйте, с вами телекомпания ТВ «Шанс» и с нами финалистка конкурса «Императрица России». Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Березнева. Татьяна, подскажите, пожалуйста, как вам впечатление о выставке и нужны ли такие выставки в наше время? Выставки бесспорно нужны. Я хотела сказать, что отношение к детям – это показатель зрелости и развития человека и в обществе в целом. На данный момент общество диктует родителям, имеющим детей с особенностями, то, чтобы отказываться от детей. На сегодняшней выставке мы бы хотели донести до общества то, что мы принимаем, ценим и уважаем детей с особенностями. Чужих детей не бывает, бывают только наши дети. И чем меньше в России безразличных людей, тем счастливее и спокойнее будет жить в России. Спасибо, Татьяна. Очень рада, что у вас такое мнение складывается. Желаем вам удачи в вашем конкурсе. Спасибо. Всего доброго.